Часто ли вы посещаете художественные выставки? На самом деле, нет. Я посещаю их как могу. Да, бывает при случаях, когда увижу рекламу или что-нибудь еще. По возможности, когда у меня есть время, я стараюсь посещать. Ну, я стараюсь почаще посещать в год, наверное, где-то 3-4 раза. Примерно 5-6 раз в год. Не часто. В неделю один раз иногда бывает. Какие художественные галереи мира вы знаете? Музей искусств в Вене знаю. Лувр, Третьяковская галерея. Музей искусств имени Косеева. Например, Третьяковская галерея. Знаю Лондонскую национальную галерею. Я знаю Дрезденскую галерею. Галерея Уффици во Флоренции. Какие произведения казахстанских художников вы знаете? Мне нравится Гульфайруза Исмаиловна, в частности, ее портрет. Мне нравится произведение Сергея Калмыкова «Красный конь». Нелли Бубе, Танцыгбаев. Мне нравится картина Уки Ажиева. Мне нравится Айша Калмыкова и, в частности, ее произведение «Кыз» и «Жигыт», «Кобыз» и так далее. Ну, знаю я Абылхана Костеева, видел его картины, высокогорный каток Медео, например. Уборка хлопка, красивая, интересная картина. Назовите любимых художников. Пикассо, Леонардо да Винчи. Ербулат Тулепаев. Мне нравится Рафаэль и Сальвадор Дали. Асамута Дзаку, Ван Гог, Пикассо. Ренуар, Матиссо. Костеев, Пикассо. Из художников мне больше всего нравится Левитан. Можете назвать, кто написал знаменитую картину «Мона Лиза»? Нет, не помню. Да Винчи. Да Винчи. А Леонардо да Винчи? «Мона Лиза», Леонардо да Винчи. Я не знаю. Леонардо да Винчи. Кто является автором картины «Кокпар»? Не знаю. Тельжан. Канапия, Тельжанов. «Кокпар» не знаю. Тельжанов, Канапия. Автор картины «Кокпар» честно неизвестен. Конечно же, Тельжан. Умеете ли вы рисовать? Да, я практикую, но я самоучка. Нет, я люблю смотреть на картины, но я сама не рисую. Так. Не очень хорошо. Я не могу сказать, что я классно рисую, но умею в стиле аниме. Да, я люблю рисовать, но редко. Люблю рисовать, например, Жайлау. Да, умею. Люблю, но не умею.